В этом видео мы будем с вами готовить вот такие вкусные печенья. Готовится за полчаса. Кому интересно, приступайте к просмотру. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Что вам понадобится для приготовления? 330 грамм муки. Разрыхлитель, ванилин, 2 яйца, стакан 100-граммовый растительного масла, соль щепотки и вот этот сахар. Разбиваем 2 яйца. И 100 грамм сахара. И перемешиваем до растворения сахара. Добавляем щепотку соли. Пакетик ванилина. И помешиваем. Добавляем 100 грамм растительного масла. Перемешиваем. Очень быстро все, друзья мои. Следующее. Берем 330 грамм муки и разрыхлитель, просеянная мука. Перемешиваем разрыхлитель с мукой. Соединяем. Вот что у нас получается. А сейчас мы все будем перемешивать руками. Как быстро все делается. Смотрите, тесто обалденно хорошее. Мне кажется, можно еще добавить муки. Очень мягенькое вышло. Мне кажется, нужно добавить муки. Там написано в рецепте 350 грамм. Оно должно отлипать от рук. Вы видите? Вот такая красота у меня получилась. И осталось совсем немножко. Друзья, берем сахарную пудру. Вот так отщипываем. Смотрите сами, какие вы хотите иметь печеньки. Вот так раз я взяла, да? Шарики. И вот эти шарики в сахарной пудре. Отщипываем. Как я приспособилась. Видите? И вот готовы наши печеньки. И отправляем выпекаться при температуре 180 градусов на 20-25 минут. Наши печенюшки готовы. А сейчас вместе с вами посмотрим, какие они внутри. Кушайте на здоровье. Вкусно как. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.